Всем привет! Сегодняшнее видео, в принципе, наверное, его даже не должно было и быть. Почему? Потому что я сегодня в это время должен был быть на работе. Но у нас, как всегда, это атлантические провинции, и, соответственно, погода постоянно меняется. У нас было штормовое предупреждение. Сегодня мы не работаем. И я подумал, почему бы и не записать тогда для вас это видео. Поскольку у нас ближайший турнир уже буквально будет через 2 недели, то я, естественно, ловлю любое мгновение для того, чтобы приехать и для того, чтобы потренироваться, то есть подготовиться к турниру. Почему для меня это сильно важно? Потому что я на своем луке поменял полностью весь обвес. То есть я перешел исключительно в категорию хантер, то есть в категорию охотник. Поэтому в чем эта, кстати, категория конкретно вот отличается от любой другой категории? В том, что в первую очередь у вас на вашем прицеле не может быть линзочки. Никакой, ни вот просто никаких стеклышек и все. У вас может быть однопиновый, либо там двухпиновый, либо трехпиновый. У вас может быть подсветочка, особенно на индорах, то есть на закрытых турнирах. Почему? Да все очень просто, потому что при освещении бывает разное. И не при каждом освещении у вас будет достаточно как бы света для того, чтобы ваш пин мог четко светиться и показывать для вас место вашего выцеливания. Поэтому, соответственно, тот, кто не в курсе по американским и канадским правилам, а соответственно по международным правилам, допускается в категории Hunter, допускается стабилизатор 1,12 инчей, то есть это приблизительно 30 сантиметров. Боковые отводы, боковые стабилизаторы не допускаются. Дальше. Допускается, естественно, пипсайт любой. Но, опять-таки же, пипсайт с линзочками не допускается. То есть никаких стекляшек не должно быть. Все максимально, лаконично, приближенно к реальной стрельбе. Вот и все как бы отличие. И да, категория Hunter не во всех странах вообще, так сказать, присутствует. В ваших федерациях. Здесь, когда я оплачивал годовое членство Федерации Канады, то я обязательно указываю, допустим, категория Target. Это основная категория. То есть Target, 3D и Field – это основные дивизионы, то есть основные категории. Дальше идут подкатегории, возрастные категории. То есть это там дети. В Канаде ты можешь даже есть до 10 лет. До 10 лет дети могут принимать участие в турнирах по стрельбе из лука. Дальше идет категория после 10, потом до 18, после 18, потом до 21 и после 21, ну и так далее. Потом здесь есть такие категории, как К50, и это не имеет никакого отношения к возрастной категории. Потом здесь есть такие дивизионы, соответственно, как Hunter дивизион, то есть охотников, и Universal дивизион, то есть где у вас, как говорится, вот вы можете на своем луке использовать и любые линзочки, и любую стабилизацию на свое усмотрение. И это все международные правила и так далее. И, к примеру, если мы возьмем там все, так сказать, европейский континент и посмотрим на правила европейского континента, то на закрытую это дистанция 18 метров. Если мы возьмем, к примеру, Канаду, Северную Америку, то индор дистанция там до 48 метров. Почему? Потому что, как я вам уже говорил в предыдущих видео, все это проходит целиком и полностью в основном в закрытых больших ангарах, либо на хоккейных закрытых площадках, то есть там, где проходят чемпионаты по хоккею.
Но сегодняшнее видео у нас с вами и о многом. Поскольку один из моих подписчиков попросил вот детально, во всех подробностях, он купил себе там новый лук, этот лук китайский, и, соответственно, у него постоянный геморрой и постоянные проблемы с этим луком. И он попросил, чтобы я детально объяснил, каким образом должен быть настроен ваш булочный лук, чтобы у вас не было геморроя. Но вы для себя должны понять, что в первую очередь, для того, чтобы у вас лично никогда не было геморроя, то никогда не покупайте геморройные луки. Вот и все. Почему? Да потому что, ну вот к примеру, я вам объясню. У меня здесь есть ученик. Отличный парень. Захотел в Канаде войти в состав федерации. Захотел продолжить свою карьеру как спортсмена по стрельбе из олимпийского лука. Чудесно, классно, супер. Но поскольку своего личного лука не было, то есть он не привозил с Украины в Канаду свой лук, не вдаюсь в причины, то он решил заказать его здесь. Но поскольку он студент, еще не работающий и так далее, то решил заказать максимально бюджетный для себя классический лук. Я ему как бы помог на Амазоне что-то найти. Мы нашли там что-то в пределах $200, там плюс-минус копейки. Плюс как бы прицел. Пришел прицел, он и шел прямо вместе с луком, какая-то пластиковая палка, говнялка, ну и так далее. Лук, соответственно, за $200 можно купить только китайский. И вот он, мы постарались максимально сэкономить на всем, там, на стрелах, на луке, на всем. Заказали, пришло, отлично, супер, давай настраивать. А как бы китайские псевдоинженеры, когда они продумывали райзер этого лука, они его продумывали, ну, серьезного бадуна, сакэдзюцу, отпились по полной программе. И решили где-то там стыбзить какой-то райзер с картинки, я не знаю, с интернета. Но в габаритах немножечко ошиблись, возможно. Но когда вы его покупаете, у вас нету как бы полной описи райзера там и так далее. И соответственно приходит лук, мы ставим на него прицел. Там вытяг соответствует нормально, фунтаж соответствует нормально, все супер. Парень начинает вытягиваться, и куда бы мы ни загоняли прицел, но на минимальной дистанции 18 метров, он сделать выстрел при помощи выцеливания не может. Почему? Да потому что фактически у него как бы скобчик выходит на уровень райзера. И когда он растянулся и пытается сделать выцеливание, то ему за счет формы райзера он не может это никак сделать. И я уже с такой проблемой сталкивался. И неоднократно, когда идет речь о китайских говнолуках. Не научились еще китайцы делать луки. И кто бы мне что ни рассказывал, там, вот есть там китайский карбоновый, вот есть там санлиды, вот есть там еще что-то. Да, видел. Видел в Болгарии, даже записывал пример, как категория женщина отрабатывает это же санлида на Гран-при Европы и улетает в глубочайшую задницу. И как отрабатывает девушка с хайтом. И, естественно, добывает себе на Гран-при Европы золотую медаль. Девушка красавица, просто молодец. Понятно, да? Поэтому, как бы, хоть и говорится, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Но здесь, как бы, что вы купите, сколько вы вложите средств там и так далее. Вот от этого мы с вами можем и отталкиваться. И здесь кто-то может сказать, ну у меня нет средств, значит что, для меня стрельба закрыта.
И тут опять-таки же я дам однозначный ответ. Нет. Если у вас нет средств, то вы берете тот лук, как говорится, по своему карману. Но, опять-таки же повторюсь, лучше купить американский БУшку, любую, Хойт, ПСЕшку там, Мэтьюс, не имеет значения, БУшку. Их на eBay полно, их на Алиэкспрессе можно найти. Да у себя в любой стране там можно погуглить и найти, кто-то хочет продать свой лук. Почему? Потому что, ну, захотел себе купить, допустим, более дорогой лук, либо еще какие-то проблемы. Вначале уточняйте, какие проблемы были у этого лука, а потом как бы делайте для себя свой определенный выбор. К примеру, я загорелся сейчас себе купить второй лук. Для чего он мне нужен? У меня, у моего Мэтьюса 33-я АТА. Это V3X. Первоклассный топчик, который вот лично я абсолютно не собираюсь пока менять. Пока для меня ничего лучшего еще не вышло. Поэтому как бы многие говорят, Мэтьюсы там лаконичные, или Мэтьюсы они не такие красивые, как Хойт, или как там Балтеки, или как ПСЕхи и так далее. Так вот, отвечу сразу же. Вот красота у вашего лука должна быть на самом последнем месте. На первом месте. Это нужно понимать, что чем прямее палка, то есть прямая палка, тем более проще вам будет эту прямую вертикальную палку выдавливать по направлению к своей цели. Соответственно, чем проще вам будет выдавливать, вообще понятие такое, как выдавливание лука. Почему? Потому что у многих моих подписчиков они стреляют, они принимают участие в турнирах и так далее. И они очень такие энтузиасты в плане стрельбы, чуть ли вот не на все 100%. Но, парень, обратите внимание, что тягу, когда вы делаете, да, она у вас может быть там и такая, и сякая, и растакая. Вот выстрел в тяге, типа, это круто. Нет, тяга бывает абсолютно разная. У каждого абсолютно разная. Но, вот поймите, один самый главный момент, что вы тянете, да, класс, вы тянете в противоположную сторону, вот, куда вы выцеливаете. Но, вы делаете выстрел по направлению к своей цели. И вот от того, насколько у вас правильный упор, то есть насколько он меняется или не меняется, раз. Дальше. Насколько момент удержания лука в момент выстрела, то есть у вас все стремятся сейчас к скоростным лукам. Все хотят купить какой-нибудь супер-пупер скоростной лук. Якобы этот скоростной лук простит какие-то ошибки. Но опять-таки же очередная такая шняга, заблуждение. Ну допустим, хорошо, прощаю. Соглашусь в чем-то. Дальше смотрим. Ваша кисть и кинетика лука. Когда вы делаете выстрел, если вы, к примеру, вот даже если вы растянулись, выстрелили и замерли, просто вот как монумент, что называется, то это еще не говорит о том, что ваша стрела попадет на 100% в цель. Почему? Потому что тот, кто борется за, допустим, в таргете за десяточку, да, то мы говорим с вами о микронастройках. О микронастройках вашего лука. То есть есть папертест, нету, правильно подобранная там стрела, неправильно подобранная стрела, какая стрела, с какими допусками, какой это комплект стрел, как вы как бы подобрали вот свои, так сказать, рабочие стрелы, ну и так далее. Много всевозможных нюансов здесь. Так вот, самый главный момент. Кисть в любом случае допускает какие-то микроколебательные движения. И, к примеру, если вы выстрелили и не выдавили лук, а просто его тупо остановили, то в любом случае это микроколебательное движение у вас уйдет куда-то.
вправо, влево, вверх, вниз, в зависимости от вашего тела, от вашей стойки, от вашего плеча, от вашего локтя, от очень многих факторов. И что дает выдавливание? Выдавливание лука, это вот представьте, у вас не лук, а пистолет, и у вас ствол. И у вас ствол вашего пистолета, и куда вы направляете этот ствол, да? Только разница в чем? Вы спусковой нажали, и в ту же долю секунды вы убили, попали. Но опять-таки же существует отдача, может откинуть и так далее. Поэтому кто стрелял с пистолета, он понимает прекрасно, что ваша стойка, ваш хват, ваш плавный спуск и ваша как бы твердость руки, да, одновременно, то есть как бы здесь слово твердость имеет немножко другое, уверенность, уверенное движение, приводит вас всегда к точному попаданию. Для того, чтобы в луке избежать каких-то микроколебательных ошибок, вот именно для этого мы нарабатываем с вами одновременную тягу и вместе с одновременным выдавливанием лука по направлению к цели. Выдавливание. Вот если у вас нету этого элемента выдавливания, вот вы поставили телефончик, записываете свою технику и смотрите. Вы выстрелили, вы задержались, а выдавливания не было. Остыньте, все. Как бы вы достигнете определенного результата в своей технике, но на этом будет точка. Вы не поймете собственный стиль стрельбы никогда. Вы всегда будете склонны к какой-то непредвиденной такой ошибке. То есть вы работаете, допустим, отрабатываете желтую зону, потом резко бах, у вас там семерка и все. И минус 3 точки сразу же у вас куда-то ушли. Вы должны понять, что техника, она у нас с вами складывается по крупицам. Что называется? Забрел уже, что называется, в другие дебри. Тема не об этом. Меня попросил человек, чтобы я ему объяснил полностью, с нуля, как настроить булочный лук. Если у нас с вами лук американский, то что такое американский лук? Это, уже можно сказать, полвека, даже больше, инженеры из года в год постоянно растут, меняют, совершенствуют и доводят практически до какого-то логического совершенства райзер, соотношение плечи, и так далее. Много очень сильно нюансов. В чем отличие от китайцев? Взяли красивую картинку, им показалось, что это так красиво. Опыта, нету. Воруем, все воруем. Все модели где-то, откуда-то украли. Своего практически ничего не выдумали. А даже если и выдумали, как я уже говорил, саке, все. Больше другого нету. Поэтому, никто мне никогда не докажет, что китайские луки, вот посмотрите. Почему? Потому что все европейские турниры, все чемпионаты мира выиграют американские луки, никак не китайские. Соответственно, какая бы мощная китайская индустрия ни была, никто не ставит на свой лук китайскую полочку, китайский стабилизатор, китайскую стрелу и так далее. Не ставят, поймите, топовые спортсмены не ставят. А если они не ставят, если это спортсмены не из китайской команды, хотя китайцы очень классно стреляют, корейцы супер классно стреляют, ничего не могу сказать. И тем не менее, Хайты, Мэтьюсы, ПСЕхи, Бэры у нас не участвуют, Бэры это охотники исключительно, Элиты, Балтеки, и так далее. Несан Либи однозначно. С чего все начинается? Вы взяли свой лук, загнали его в лучные тиски. Если у вас, к примеру, нет лучных тисков, у вас же есть лук в любом случае, правильно? Значит, вы берете, делаете вот такую вот штучку, у нее резьба подходит под ваш стабилизатор.
вы, соответственно, берете эту штучку. Или, я не знаю, купите какой-нибудь маленький стабилизатор, но только чтобы он не был прорезиненный. Лучше всего, чтобы у него было металлическое основание. Вы берете, вкручиваете в тело райзера на место, где должен стоять стабилизатор. И зажимаете в обычные тиски, которые, ну, практически есть у любого мужика в доме. Что делаем дальше? Дальше мы должны все без исключения вывести в чистый ноль. Что такое все без исключения вывести в чистый ноль? Мой лук идеально настроенный с идеальным папертестом, который я периодически там раз, не знаю, в месяц проверяю. Так вот, сейчас я его не буду разбирать, снимать полку, снимать все для того, чтобы вам показать. Я объясню азбуку, которая уже прописанная многими блогерами, арчери-блогерами там, на всех языках мира, что называется. Если вам лень погуглить, ладно, я выполню вашу просьбу и запишу именно для вас, как это делается. То есть не как делается, а что лежит в основе настройки вашего лука. Я наконец-то нахожусь в стране, где правильные рулеточки, правильные измерения. И здесь есть и сантиметры, и, соответственно, инчи. С чего мы начинаем? Достали вы свой лук с коробочки, и вы знаете, к примеру, у вас есть такое понятие, как спецификация вашего лука. И вы посмотрели по этой спецификации вашего лука, насколько он соответствует своей таблице. Средина точки оси, то есть это ось, на котором непосредственно, которая закрепляет блок. А та, это расстояние от точки до точки, то есть от оси до оси. Если мой лук полностью в затянутом состоянии, я проверяю, и у него 33-я ота. Сейчас болты, соответственно, опущенные на там полтора оборота, соответственно, ота немножко поменялась у него. Для того, чтобы это проверить, мне нужно полностью закрутить свой лук, зажать его там в тиски и проверить расстояние от оси до оси. Это расстояние должно соответствовать его спецификации. Дальше. Расстояние от точки упора, и до тетивы. Проверили это расстояние, оно опять-таки же у вас находится в спецификации. И вот дальше, если ваш лук соответствует полностью спецификации, если он, к примеру, не соответствует, значит вы его должны вогнать в спеки. Каким образом это делается? Но опять-таки же, не хотите вы смотреть там русскоговорящий контент, вы до глубины души решили измениться и все, и точка, обиделись, как говорится, на все и на всех. Пожалуйста, что делаем? Берем любого американского арчери-блогера, их миллион, включаем Google переводчик, опции, субтитры с, и смотрим. Он вам все четко расскажет. Почему я вам сейчас это не могу объяснить? Причина раз. У вашего лука, скорее всего, елки. У меня их, соответственно, нет. Поэтому рассказывать вам, как я вогнал в спеки этот лук, не имеет смысла. Хотя я его в спеки не вгонял. Почему? Потому что Мэтьюсы уже на заводе это сделали. И когда этот лук я достал с коробки и пробил его по спекам, он с точностью до миллиметра. Может быть, мне повезло, а кому-то не повезло. Но этот лук с коробки был, соответствовал своей спецификации. Если ваш лук не соответствует спецификации, или у вас вообще не было там описания и так далее, вы не знаете этого всего, ну, тогда, как говорится, какой лук, такая и настройка. Просто забейте. Но вы должны понимать, ваш следующий шаг. Вы закрепили обязательно лук,
Вам нужно отбить уровни. Без отбивки уровней, то есть вот я сейчас на данный момент закрепил свой лук в тисочке, и он у меня в идеальном нуле по всем основным показателям. Показатель номер один. Это специальный уровень, который можно купить на Алиэкспрессе, который можно купить там на Амазоне, ну где угодно, в любом вашем магазине, возможно, он есть. Значит, вы его одеваете на тетиву. И он должен быть в чистом нуле. Сейчас я вам это показываю. У нас с вами на этом чудо-приборчике два уровня. Один вот этот и второй сверху. И мы смотрим. Здесь у нас с вами по нулям. Здесь у нас с вами по нулям. Что мы с вами делаем дальше? Мы должны правильно установить полочку. У нас с вами есть отверстие Бергера. Мы наживили болтик и закрепили вашу полочку таким образом, чтобы вы ее немножко могли, так сказать, порегулировать. И вот у вас уровень, который на тетиве, уровень, в который вы выставляете полочку, должны соответствовать. Так же само, вот эта платформочка, она должна соответствовать этому уровню. Поэтому вот это три основных уровня. Раз, два и три. Так, надеюсь, на кадре видно. Чистый ноль. Раз, чистый ноль. Два, чистый ноль. Три, чистый ноль. Четыре. Надеюсь, видно хорошо. Если у нас с вами полочка в идеальном нуле, тетива и все соответствует идеальному уровню, что мы делаем дальше? Я не беру сейчас настроечку вашей полочки. Почему? Потому что опять-таки же полка может быть абсолютно разная, разных брендов, с разными техническими характеристиками. Я вам расскажу об этой полочке, как ее настроить, а она будет в стоимость всего вашего китайского лука, и вы ее, соответственно, не купите. А уже видео, как настраивать эту полочку, ну их опять-таки же миллион. Поэтому основное, с чего вы должны понять, ваша полочка должна быть хотя бы первоначально стоять в идеальном нуле. Для чего? Для того, чтобы вы могли определить исключительно точно местоположение гнезда для вашей стрелы. И вот здесь опять-таки же 99,9% всех блочных луков на земле, они асимметричны. То есть у них соотношение вот этого расстояния и вот этого расстояния будет абсолютно разным. Если же мы возьмем V3X, а эта моделька, предшественником этой модельки у нас был Matthews V3. Кстати, один из луков, которые я рассматривал сейчас для покупки, для себя лично. Я хотел купить V3 в 27-й АТА, чтобы можно было хоп, в рюкзачок закинуть. И пошел маленький, миниатюрненький. Многие могут сказать, ну как, 27-я АТА и идеальный выстрел. Это, наверное, он будет относительно идеальный. Да? V3X, неважно это, 33-я АТА, 29-я АТА. Вот сейчас у меня, я надеюсь, сегодня уже приеду домой и дам добро, и скоро ко мне придет V3X в 29-й АТА. Так сказать, он у меня будет походным луком, а это у меня будет в большей степени турнирный лук. Потому что когда я сижу на дереве в засидке, скажу откровенно, я понимаю, что если бы у меня была сейчас 29-я АТА или 28-я, или там вообще, о чудо, 27-я, то это было максимально комфортно, идеально во всех отношениях. В принципе, именно этого я и хочу добиться. Так вот, если я сейчас возьму вот этой точки и замерю расстояние, вот где
где у меня гнездо. Раз. Здесь прямо есть точечка такая. Опа. И на этом блоке есть точно такая же точечка. И я замеряю вот это расстояние, то я вывожу идеальную серединочку. И вот почему здесь отводы трассов у этой модельки инженерами продуманы таким образом, чтобы когда вы растянули свой лук, то у вас вот эта точка ровненько разрезала напополам отверстие Пьергера. Точно так же, как и ваша тетива, точно так же, как и стрела, которая будет установлена в вашу полочку. Соответственно, когда я возьму сейчас, установлю стрелу на место, уровни уже убираю, они нам уже не понадобятся, то у меня моя стрела ровно напополам перерезает отверстие Бергера. Дальше. Она идет дальше и ровно напополам перерезает ролики, то есть крепление роликов для отвода тросов. И дальше у меня ровненько напополам. То есть этот лук — это 100% чистая идеальная геометрия. Если я его растянусь, вытянусь, то я буду иметь идеальный треугольник. И вот именно этого практически ни у одной другой модели нет. Поэтому мой выбор пал либо на V3, либо на V3X. Дальше берем вот такой чудо-приборчик. Это специальная лазерная указочка, которая у нас с вами крепится на место нашего прицельчика идеально. Что делаем дальше? Дальше, после того, как я взвел полочку, установил ее, соответственно, в идеальном, то есть у меня, когда стоит стрела, у меня стрела напополам перерезает отверстие Бергера. Неважно, у вас будет там ласточкин хвост, либо еще какая-то, любая другая полка, ваша стрела, очень важный момент, ваша стрела должна находиться в нужном месте. И, соответственно, у нас с вами есть две как бы основные точки. Это ваша первая точка. Это ваше гнездо. Вот на данный момент, поскольку у меня геометрия у этого лука идеальна, соответственно, мне найти эту точку очень легко и просто. Я взял рулеточку, замерил расстояние, разбил его напополам, поставил маркировочком точечку, прикрепил ног, установил, соответственно, сделал гнездо. Узелочек в одну сторону, узелочек с другой стороны. Узелочек с одной стороны, узелочек с другой стороны. Все сделали, как бы оплели основной момент, что ваш ног не должен быть зажатый намертво в петле. Он должен иметь легкий такой, вот чуть-чуть вы его почувствуете, свободный ход. А основной момент, каким образом сделать петелечку для релиза. Опять-таки же, вот я прикрепляю сюда картиночку. Вы должны понимать, релизы бывают разные. И в основном, ну вот к примеру, картирчик, очень такой дорогой, классный релизик, все, скорость срабатывания идеальная, все, у него вся логистика как бы идеальная во всех отношениях. Я отработал им достаточно долго и выигрывал не один турнир, но все-таки вернулся вообще к старенькой, но классной вот такой моделечке. Сейчас покажу. В чем фишка вот этих плоскогубчиков? Это единственные плоскогубчики, наверное, но это не китайские, хотя есть и китайская подделка. Такая точно. Вот им уже 200 лет в обед, что называется, у этой модельки. Что я переделал? Я переделал вот это под себя, под свой пальчик. Таким образом, чтобы вот он у меня как бы влег, и все. И вот он у меня зафиксировался. Видно, да? Вот это положение. Вот это положение. И дальше что происходит? Когда я растянулся, то у меня вот эта
голова, она вращается. И, соответственно, у меня петелечка всегда находится в идеальном положении. Она не перекручивается. Если я, допустим, возьму вот этот релизик, все то же самое, идеально. В руке лежит, никаких проблем. Но когда я делаю прикладочку, вот, за счет того, что вот этот момент, да, он немножечко перекрутит петлю. И именно по этой причине, что важно понять для себя? Важно понять, что грибок, видите, здесь идет на петелечке грибочек с этой стороны и с этой стороны. Так вот он у нас верхний, это от себя, а нижний он у нас всегда на себя. Вот я сделал прикладочку, петелечка перекрутилась, она перекрутилась реально. Но, когда я делаю спуск, у меня в любом случае не будет никакого микроколебательного движения здесь. Хотя на самом деле по факту оно будет. Почему? Потому что здесь очень много факторов. Для чего мы делаем тягу, а не нажимаем? Для того, чтобы у нас в этой части получился небольшой такой срыв, скольжение. Почему? Потому что вся кинетическая энергия у нас именно в точке прикладывания, в момент вашего выстрела. У нас гнездо установлено таким образом, чтобы второй конец стрелы, видно, да? У меня здесь все тот же, идеальный ноль. Вот так подсвечу, идеальный ноль. Для чего мне нужен вот этот приборчик? Я его включаю, и у меня появляется красная точечка. И вот эта красная точечка, она разрезает райзер лука именно исключительно напополам. То есть, то, что мы называем центр шот, вот видно, да, центр шот. Вот стрела, вот эта красная точечка, она идет, я ее веду до петелечки. Раз, она на петелечке остановилась, вот она. Дальше я ее веду, она разрезает стрелу напополам. Я веду, дальше, она идет идеально. Она разрезает стрелу напополам от точки А до точки Б. Вот для этого мне и нужен этот приборчик. Вы скажете, о боги, блин, здесь у него куча всевозможных там прибамбасиков, а у меня всего этого нету. Есть всегда метод А, метод, так сказать, идеальной настройки, и есть всегда Б, метод, так называемый колхоз. И вы всегда можете прибегнуть к методу колхозу. Для этого вам достаточно, ну вот, взяли мы обычную тоненькую стрелу, берете точно такой же шафт, берете скотчем, приматываете этот шафт к райзеру, таким образом, чтобы запараллелить, то есть ваши две стрелы, ваш райзер и стрела, которая у вас находится в гнезде и лежит на полочке, они должны быть запараллелены. Вы увидите сразу же, у вас стрела ушла вправо, либо она ушла влево, либо она будет у вас находиться вот здесь, не в чистом нуле, не в уровне. И, соответственно, от этого будет целиком и полностью зависеть качество вашего выстрела. Но вы все установили идеально. У вас правильно установлена полочка. У вас стрела разрезает отверстие Бергера напополам. И ваша стрела и тетива разрезает ваш райзер по центр шоту. У вас все соответствует идеально. Следующий момент — это установка пипсайт. Опять-таки же, на моем канале... Ой, значит, Хойт Профорц, по-моему, раз. РХ, по-моему, два. Потом Мэтьюс Траверс, три. Потом Мэтьюс Даринен, четыре. Потом Мэтьюс В3Х, пять. Я полностью записывал и полностью разжевывал
каким образом я настраивал свои руки. Дальше. Как полностью сделать и укомплектовать свой пипсайтик? Как найти местоположение пипсайтика? Я его знаю уже с точностью до миллиметра. Почему? Потому что это расстояние у нас с вами практически не меняется. Ну, разве что вы начали стрелять там в 10 лет, а потом решили на своем новом луке, вам стало 25 лет, и вы решили что-то поменять. Это да. Вы стали в изготовочку просто. Вы растянулись. Вы растянулись. Вы приложились. То есть вы вначале полностью, у вас рука пришла на вашу точку прикладки. Дальше. Кто-то использует кисер. Я устанавливаю всегда носер. То есть вот эта точечка, которая должна коснуться во время вот прикладочка моя. И вторая точка у меня — это мой носер. Дальше. Мои оба глаза открыты. И я идеально должен видеть свой пин на своем прицеле. Идеально. То есть я вот смотрю и понимаю, что у меня образовалась подзорная труба. Но опять-таки же, поймите, вот пипсайты, есть вот такое кольцо, дура, и как бы вы установили это кольцо, а оно исключительно там для охоты в темных условиях, что называется. И да, как бы оно выцеливает, но вот такое кольцо никогда вам не даст никакого результата ни на одном турнире, без исключения. Поэтому, соответственно, лучше всего брать пипсайт со сменными модулями. Вы взяли ключиком, выкрутили модуль для таргета, поставили модуль для 3D или для филда, или для охоты. Сейчас вот придет мой новый лучок V3X29, и я, скорее всего, именно на него поставлю хамские пипсайтик со сменными модулями. Я его уже тоже заказал. И он такой, как маленькая, миниатюрненькая такая подзорная труба. Надеюсь, это будет еще комфортнее, удобнее и принесет мне соответствующие результаты. Но пока и вот этот мой пипсайтик с козыревочком очень козырный во всех отношениях. И он целиком и полностью меня устраивает. Отверстие, сейчас попытаюсь, о, видно, да? Это второй размер, то есть есть еще меньше для таргета, самое маленькое отверстие. Потом идет вот это то, что я называю для 3D, и в принципе отлично подойдет и для охоты. Но отлично подойдет для охоты, ну, скажем так, достаточно относительно в светлое время, потому что если это уже будет вот плотные сумерки, то этого будет недостаточно, опять-таки же. Понятно, да? То есть мы с вами устанавливаем все таким образом, чтобы вы взяли свой релизик, я не знаю какой, вот смотрим за моим релизиком и за прикладочкой, я вот начинаю растягиваться, и раз... И у меня петелечка, видите, головка релиза, она перекрутилась. И петелька вообще идет в идеальном положении. Смотрите, натянута ее вообще, она не крутится никуда. Почему? Потому что у меня именно такой Т-образничек. За что я его и люблю. И менять не собираюсь, какие бы навороченные релизы не выходили. Я приложился, и мой носер всегда на одной и той же точке. Мой пипсайт находится на точке, где у меня оба глаза всегда. Никогда не выцеливайте одним глазом. Нарушается проекция у вас в голове. Если бы, к примеру, вы родились циклопом, и у вас был один глаз посередине, нет проблем. А так мы воспринимаем всю информацию от окружающего мира через правое и левое ухо. Через
правую и левую ноздрю, через правый и левый глаз, правой и левой рукой. Понимаем, да? То есть мы, ну, достаточно совершенным образом созданы для того, чтобы мы могли все вокруг себя правильно оценивать. И нам именно по этой причине мы должны нашему мозгу должны давать правильную команду, а не одноглазую, одноухую, однорукую. Понимаю. Я скажу откровенно, я уже даже аж подзамерз немножко. Почему? Потому что у нас там вот реально ураган, ветер, дождь, ливень, не дождь, а ливень именно. И ветер такой, что вот просто аж сносит. И я вынужден выключить здесь отопление, потому что когда работают мощные вентиляторы, то микрофончик бы не работал бы должным образом. Поэтому я выключил систему отопления, и здесь уже стало как бы некомфортно. На что хочу еще обратить ваше внимание? Понятно, да? Все начинаем с того, что мы вначале загоняем лук в спеки, затем выставляем все в идеальный ноль по уровням, затем правильно устанавливаем правильное место расположения пипсайта, затем мы правильно для себя, в зависимости от назначения лука, то есть таргет стрельба, 3D филд охота, либо вообще вы стреляете у себя на затворках и вам все пофиг, вы по лопатам стреляете, ставьте любой, без исключения пипсайт. Дальше что мы делаем? Опять-таки же я хочу обратить ваше внимание на информацию, которую мы всегда воспринимаем через интернет. Как бы вот скажу откровенно, среди американских боухантеров, арчери мастеров, любого разлива, что называется, как бы вот любой из них, он охотник, он таргет спортсмен, он 3D спортсмен, он филд спортсмен. То есть у него полная картина внутри себя стрельбы из лука. Неважно, какая это категория. Важно то, что он пропустил свой личный опыт через все категории и дает вам дельный совет. Я таких советчиков слушаю, как говорится, воспринимаю двумя во все глаза и во все уши. Почему? Да потому что у этого там парня или девушки, у нее вот за плечами реально богатый опыт, плюс там семейные традиции, здесь они очень приветствуются, ну и так далее как бы. Если это какой-то постсоветский блогер вам что-то впаривает в очередное, от очередного магазинчика, поймите, поймите, все, вся суть сводится вот в этом, да. Я для себя зарабатываю деньги на своей работе, на которой я каждый день могу отработать 11-12 часов, заработать достаточно денег для чего? Для того, чтобы никогда не надеяться на то, что мой контент на YouTube-канале принесет мне какую-то ни одной копейки. Ни одной копейки я еще не получил ни от одного своего записанного видео. Исключительно делюсь полезной информацией. Исключительно сам лично принимаю участие в турнирах в свои 55 лет. По таргету, по филду, по 3D. И да, я прошел лицензии, и я лицензионный боухантер в Канаде. Поэтому, когда я говорю, я не говорю с бодуна, я не пью. Я не говорю, потому что я хочу раскрутить чей-то магазинчик. Я не пытаюсь вам впарить какие-то там стрелочки или рассказать о том, что вот вы знаете, у вас нет возможности купить классный американский лук, там неважно по какой причине, но я вам сейчас вот расскажу, поделюсь с вами секретом. Вот есть китайский лук, который вот заменитель американских луков. Ну, слушайте, если вы это хаваете, ну, продолжайте в том же духом, все. Это не работает. Это не работает ни на одном международном турнире, это не работает нигде. Да, вы можете у себя, опять-таки же, вы не можете у себя даже полноценно пойти поохотиться,
без браконьерства. Почему? Да потому что ваши дрековые законы таким образом устроены, что вы не можете открыто отснять контент своей охоты, как это делаю я. И я иду с луком, там, с камерами, со всеми прибамбасами, снимаю для вас там оленей, там, неважно, медведи и так далее. Да? И я не боюсь абсолютно, что сейчас мне по плечу постучит егерь, там, заломает мне руки, посадит меня в машинку, отвезет и что-то мне там понятно. Да? Поэтому в нормальной стране создаются нормальные условия для спортсменов, для охотников и просто для жизни. И еще раз повторюсь, это недорогой лук, это недорогой прицел, это недорогая стрела, недорогой стабилизатор. Это либо нормальный образ жизни человека в нормальной стране, либо недожизнь с недозарплатами, недопенсиями, в абсолютно ненормальной стране, где вы всю свою жизнь молитесь, непонятно на кого, непонятно во имя каких идей, непонятно ради какой политической там партии. Есть только одна политическая партия, один Бог, и эта партия, и этот Бог, вот у меня называется одним словом. Моя семья. Точка. Все остальное, весь окружающий мир, это либо то, что я, как говорится, заслуживаю. Я заслуживаю хорошей атмосферы. Почему? Потому что внутри меня сформировались определенные качества. Они в результате чего сформировались? В результате правильного мышления. В результате чего у меня правильное мышление? В результате того, что мои глаза, мои уши воспринимают информацию, мозг делает правильный анализ, разделяет вот это хорошо, вот это плохо, а вот это истина. И вот хорошо и плохо, оно может меняться в зависимости от времени, места и обстоятельства. А истина, то есть истинные ценности, они очень простые по жизни. Вот всегда, во все времена, без исключения, они не меняются. Они не бывают до революции одни, после революции другие. При этом цари-батюшки одни, а при следующем другие и так далее. Все это вот партии, все это разделяли власть. Для чего? Для того, чтобы мы научились ненавидеть кого? Да ненавидеть соседей. Вот он плохой, почему? Потому что у него что-то есть то, чего у меня нету. Или еще по какой-то причине. Да потому что если страна создает такие условия, что вы без воровства, без обмана, не можете прожить, где вы вынуждены постоянно приспосабливаться, где вы вынуждены бояться всего, бояться пойти в лес с луком, бояться, блин, сказать слово какое-то, слово какое, слово истины боитесь сказать, а вы постоянно думаете, где бы подлизнуть, где бы подморгнуть, где бы еще что-то. Да идет оно все нахер, такая жизнь, она никому не интересна, она никому не нужна. Весь мир живет по абсолютно другим законом, совершенно другим законом. Вот и все. Поэтому вот этот постсоветский тюрьма народа, я именно так и называю. И никто никогда мне не докажет обратное. Почему? Докажут, если в наших странах будут достойные зарплаты, не будет такого понятия, как хорошая работа или плохая работа. Любая работа хорошая, без исключения, если за нее она хорошо оплачивается. Что такое хорошо оплачивается? Это вы не скулите, мне не хватает на лук, мне не хватает на прицелы, и поэтому я покупаю всякое говно. Это вам хватает на лук, вам хватает на прицелы, вам хватает на содержание вашей квартиры, вам хватает на все остальное, вам хватает то, что я один сейчас на данный момент, мы живем втроем в Канаде. Дочка учится, жена учится. Вот во всех направлениях я работаю, и моей одной зарплаты хватает здесь содержать семью. И у меня жена никогда не работала. Она, ну как, она всегда при мне. Она жена. Она за мужем, за мной. Вот и все. Пойдет ли она работать?
ну, сочтет она нужным, она захочет, вот она педагог по образованию. Она сейчас учит дословно, тщательно, изучает язык, изучает, там проходит все. Почему? Потому что, знаете, в чем парадокс, прикол? Вот да, мы разговариваем, кто-то разговаривает на русском. Для меня русский материнский, поэтому я разговариваю на материнском языке. Какой это русский язык? Мы все разговариваем не на старославянском языке. Мы даже иногда, когда вы приезжаете вот в своей стране, с одной деревни приезжаете в другую, вы видите вот различие, языковое различие. Я не говорю, когда, допустим, я с Харькова приезжаю на Западную Украину, там, во Львов, или там в Черновцы, или в Ужгород. Ну, для меня это тот же польский язык, для меня это тот же, как болгарский язык и так далее. Вполне серьезно, я в Болгарию приехал, 6 лет прожил в Болгарии, я болгарский даже, наверное, лучше понимал, чем западноукраинский. Но я не осуждаю, я просто никому не навязываю никогда. Я считаю, у каждого человека есть материнский язык. Это тот язык, как бы, на котором он обучался в своей семье. Дальше. Я знаю болгарский язык, относительно хорошо знаю. Я абсолютно все понимаю на украинском языке, абсолютно все понимаю. Но я не могу спілкуватися на рідній мові без запинания, без всего остального. Перестраивать себя ради чего? Ради того, чтобы один как бы идиот решил каким-то образом изменить жизнь в целой стране. Как бы... Я не могу сказать, что я не хочу вдаваться вообще в политику. Абсолютно. Вот самое большое говно – это политика. И когда мы начинаем только в нее вдаваться, цель любой политики, вы должны понять, самое главное – разделяй и властвуй. То есть сделать так, чтобы один сосед, второго соседа, третьего соседа, и вот все вместе пересоседились, возненавидели друг друга и так далее. А ну, мы есть то, что мы, как говорится, то, что мы едим, то, что мы говорим, то, что мы думаем, то, что мы видим. И потом таким образом и создается вокруг нас либо хорошая атмосфера, доброжелательная, положительная, такая атмосфера, в которой как бы идет процветание, в которой деньги, вот реально, ты пошел, отработал час, и заработал за этот час там $20, $30, $40. И ты знаешь, что отработав 10 часов, ты заработал $200, $300, $400 в день. Честно? Честно. Справедливо? Абсолютно. Неважно даже какая работа. Здесь нет плохой работы. Здесь есть только поступки людей, которые могут быть, как и в любой стране мира, адекватными или неадекватными. И все. Но мое окружение целиком и полностью адекватное. Если я только мой, как говорится, левый глаз начинает, пытается увидеть в ком-то недостаток, я иду умываюсь 5 раз, умылся холодной водичкой, такой раз, проанализировал и понял, в чем проблема, во мне или в нем. Я стараюсь понять, что я сделал не так в жизни, почему этот человек посмотрел на меня вот так, там либо ответил мне вот так, либо там, не дай бог, я говорю о тонких материях, я говорю не о грубых действиях, когда вы пришли, где-то что-то украли, и вам кажется, это все пройдет безнаказанно. Ничего в этом мире не проходит безнаказанно. Но опять-таки же, видео у нас с вами не об этом. И честно сказать, если мы все с каждым днем начинаем друг друга все больше и больше ненавидеть, как кто-то в моих комментариях там написал, а вот чтобы вот эти все передохли, а вот я удаляю такие комментарии всегда. И я сразу же этого человека забрасываю в бан. Неважно какой он национальности, неважно на каком он языке это написал. Почему? Потому что вот это, вот душа каждого человека как камертон. Она настроенная на разные частоты, скажем так, звука. А весь мир создавался из звука. Вначале было слово, и слово было у Бога. Поэтому, значит, этот человек просто не соответствует, скажем так, камертонам моей души. Зачем мне с ним что-то спорить, что-то ему пытаться доказывать? Ну, у него для этого есть его жизнь.
его атмосфера, его окружение, и дай Бог, чтобы у него все было хорошо. Но мы с ним прохожие, не попутчики. А мои подписчики, я надеюсь, они попутчики. И поэтому они задают адекватные вопросы, на которых я пытаюсь им, вам, адекватно все разложить по полочкам. Вот так. Так вот, отвлеклись, как всегда. Стабилизация на вашем луке должна, вы для себя должны понимать, вы должны отплясывать от целевого назначения своего лука. Если я, допустим, для меня в доминанте это 3D, филд и охота, то для чего мне длинный стабилизатор, если он мне будет только мешать везде, во всех отношениях, и, скажем так, он для меня будет неприменим. Соответственно, пипсайт, заменить диаметр в моем пипсайте это 2 секунды и все. Установить линзочку на свой скоп при необходимости, опять-таки же, ну, 1 минута и никаких вопросов, эта линейка у нас не меняется. После того, как вы все выставили и настроили в вашем луке по нулям, то есть все в идеальном, да, но это еще не показатель того, что ваш лук в состоянии сделать идеальный выстрел. И причин на это много. Мы берем с вами и делаем папертест. И вот папертест показывает, для чего он делается? Для микронастроечки. Показывает, либо у вас чуть-чуть там, может это инженеры где-то ошиблись, может вам нужно здесь переставить одну насадочку, вот как в Мэтьюсе, вы переставили один модуль на другой, поменяли, и все, и в результате у вас наклон блока поменялся, либо это в системе, где у вас йоки, вы подкрутили йок, за счет того, что вы подкрутили йок, у вас опять-таки же наклон блока поменялся, и вы немножечко пришли к идеальному папертесту. Но опять-таки, вы должны понять, идеальный папертест, он зависит от идеальной тяги, от идеального выстрела. Это не один выстрел, на котором у вас мерседесик образовался, и вы думаете, все, класс, нет. Сделайте 5, 10, 20, 30, 40, всю тренировку отстреляйте по бумаге и поймите, причина вашей тяги, вашей неправильной стойки, вы там завалились, плечо поднятое, упор неправильный, вы его постоянно меняете, вы скручиваете рукоятку, то есть у вас кисть как-то не так отрабатывает. Но если у вас кисть не так отрабатывает, если у вас тяга не так отрабатывает, каждый раз по-разному, откуда взяться Мерседесу? Нигде не возьмется. То есть папертест это не только проверка вот этого всего, насколько оно идеально и точно настроено, а папертест это и одновременно проверка вашего выстрела. Поэтому я периодически делаю папертест для того, чтобы понять, особенно когда я что-то новенькое там вношу в свою, как так сказать, в матрицу своей техники. Вот и все. Надеюсь, все было, постарался для вас объяснить, разжевать по полочкам полезненько. Немножко затронул тему вне теме, но опять-таки же, почему? Потому что хочется, чтобы мир и процветание было в каждой семье. Вот и все. Причина только в одном. Мы должны понимать, мы сами либо раковая опухоль на этой планете, и если мы это вовремя не одумаемся и не поймем, то есть у нас должно быть, знаете, как это, исцели себя сам. Вот каждый должен исцелить себя сам. И либо мы самоисцеляемся, и исцеляем все вокруг себя, общество исцеляем, свою семью исцеляем, перестаем в своей собственной семье ненавидеть и воевать друг с другом, перестаем быть потребителями, такими вот, все ради выгоды. Нет. Творчество на первом месте. А если это творчество приносит еще какую-то прибыль, ну супер, это значит вот, Господь тебя и вознаграждает за твои, так сказать, достижения. Что еще нужно человеку для жизни? Все, я пойду включать обогреватель, немножко прогреюсь, немножко постреляю, потому что у нас первый турнир уже буквально через неделю. Поэтому у меня времени очень мало. Я буду выступать по таргет на 18 метров категории Hunter без линзочки с коротким стабилизатором. Надеюсь, что у меня все получится. Надеюсь, что это видео было полезным для вас. Всем пока. И вот в конце немножечко хочу вам еще дополнить.
Я вначале был хайтаманом. Мне очень нравились хайты. Мне нравился райзер, мне нравилось качество этих луков и так далее. Мейкерсы более простые и лаконичные во всех отношениях. Но у Мейкерсов прослеживается именно инженерная мысль. То есть вот видно, я прекрасно понимаю, что большинство универсальных топовых спортсменов, то есть не таргет спортсменов, нет, в таргете, я думаю, все-таки рулит Хойт. Но универсальные спортсмены, универсальные охотники, универсальные 3D-шечники, в большей степени они, конечно, стреляют из луков Мэтьюс. Вот для меня лично Мэтьюс — это лук, который с точки зрения инженерной мысли имеет идеальную проекцию во всех отношениях. То, насколько плавно тянутся блоки, то, какой сброс у этого лука, какая, насколько комфортная рукоятка, насколько комфортно их настраивать. Ну, короче говоря, этих перечислений может быть достаточно много. Поскольку я всю свою жизнь как бы посвятил совершенству работы с различными видами холодного оружия, и, честно сказать, как сказал один из президентов одной из федераций, что вот тебе дай, неважно, вилку, аполлоник, ложку, ты любой предмет в твоих руках превращается сразу же в оружие. И вот раньше у меня было множество японских клинков, именно японских, не китайской подделки. У меня было множество различного холодного оружия. И были, так сказать, метательные ножи. Хотя для меня вот это само по себе слово «метательный нож», оно очень смешное. Особенно, когда кто-то говорит, вот метательный нож там, где-то у него там смещается какой-то центр тяжести куда-то, либо рукоятка, либо он должен быть такой, либо такой. Вот вы должны понять, вот представим нож, да, хороший нож стоит хороших денег, то же самое. Не бывает классный нож и стоит 3 копейки. Ну, не бывает такого. Сталюка сама по себе, как бы, работа и так далее. Так вот, у вас чем дороже ваш нож, тем, соответственно, вам что? Вам будет жалко с ним расставаться, ну, в любой ситуации. Поэтому вы должны понять, что есть тактические, есть разделочные, есть там различные ножи. Поэтому каждый нож по-разному называется. А вот что касается метательного ножа, то для меня вот самый лучший метательный нож — это вот он. Это гвоздь 200. Вот такой гвоздь, вот только что зашел и здесь нашел, валялся. Он был кривой, я его выровнял. У него нету такого понятия, как какой-то там смещенный центр тяжести и так далее. Я просто беру обычный гвоздь, выхожу на линию и метаю. И неважно, вошел, класс, все, отошел, идешь, ходишь себе, рассуждаешь. И метаешь, опять взял, опять вытащил, опять пошел, гвоздь, двухсоточка, то, что доктор прописал во всех отношениях. А вот эти, все остальное, это, так сказать, понты для приезжих. И когда вы метаете гвоздь, соответственно, неважно, кусок заточенной арматуры, соответственно, неважно, это электродик, либо тактическая ручка, вы будете метать все, без исключения. Вы будете попадать. Почему? Потому что вы не создаете специальных красивых условий для того, чтобы вот все то, что рабочее, практическое, неважно это, ваша рукопашка, ваше оружие, оно все должно быть лаконично, практически. Вот и все. С гвоздем мне расстаться в какой-то экстремальной ситуации будет всегда намного проще и легче, чем с дорогим, хорошим ножом.
Так же само, как гвоздь, ну, та же явара, по сути. Но я иду с гвоздем. Меня останавливает, слава Богу, здесь никто не останавливает. Ну, вас останавливает ППСник, и у вас не специальный метательный нож, а у вас просто гвоздь 200. Понял? В чем прелесть лаконичности оружия? Все. Это, так сказать, была концовка.